Просто разрыв. Серьезно, посмотри, что он творит, боже. Блин, я не верю. 300 гемов за это, что? А, серьезно, это объективно лучшие скины. Всем привет, ребят, с вами Аурум, и это очередной Snack Peek. В этот раз я решил не заморачиваться вот этим монтажом, обрезками. Давайте за лайфстайл. Я просто покажу, как захожу на тестовый сервер разработчиков. Покажу вам, что там у нас имеется, а вы за это прямо сейчас прожмете лайк и введете код Аурум в магазине. Ну а еще подпишитесь на канал, если вы каким-то чудом не подписаны. Ну и, ребят, реально, давайте за тестовый сервак вот прямо сейчас отгружайте лайкосик. Смотрим, 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 где у нас, где у нас. Наверное, вот это вот. Вот это вот, поехали. Та-та-та, новая заставочка. Ну, о ней еще вчера стало известно. На самом деле, вы знаете, да, что ее спалила одна из комьюнити-менеджеров, поэтому вообще ничего страшного. Первый новый скинчик на Байрона. Вот у нас оригинальный Байрон. А вот он, волшебник Байрон. Просто посмотрите, реально очень годный. Портфель у него в виде сундука. Наверное, из Clash Royale. Что это за сундук? Сова какая-то. Блин, прикольный. А посох, боже, да чего же топовый. Но, ребят, за неимением ничего. Это, по сути, я так понимаю, первый скинчик на Байрон. Правда первый или просто здесь нету других? Реально. Посмотри, кстати, на анимацию. Обращай внимание, смотри. Летают разные микстурки, но он же у нас волшебник. Действительно, скин прикольный. Ну и для того, чтобы его получить, нужно сделать 30 побед в Power League и заплатить 25 тысяч старпоинтов. По анимации, анимация, как видите, уникальнейшая, просто топовейшая. Вот, а давай еще протестим вот эту вот штучку. А ну-ка, давай, 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 давай. Блин, ой-ой-ой-ой-ой, что несется? Что происходит? Смотри на ульту. Сундук, он кидает этот сундук, чуваки. Это же просто нереально. Это, ну, я без преувеличения. Я очень сильно хочу себе этот скин. Это лучшее вообще. Просто лучшее пока что. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый скинчик из тех, которые я покажу вам сегодня. Следующее. Шелли. У Шелли огромное количество скинов. Взгляни на это. Офигеть, как много. И тут принцесса Шелли. А знаете, есть сказка «Принцесса и лягушка». Так вот, это наша принцесса. Она насадила лягушку. Как бы это ни звучало, но это факт. Смотри, лягушка просто у нее на волыне. Поэтому вот такая вот она симпатюля. Ну и, кстати, классный скин. Не берусь судить, но мне кажется, один из даже лучших скинов. Или мне просто из-за того, что он новый, так очень сильно понравился. Ну, он классный. Получить этот скин можно Tier 1. Tier 1 на Brawl Pass. О Brawl Pass мы поговорим не в этом видео. Так, по стрельбе. Анимация стрельбы изменена. Так, вроде бы гаджет не изменен, а вот ульта тоже изменена. Ну, слушайте, мотивация купить Brawl Pass довольно большая. Если будете вдруг покупать, введите код Аурум. Но вообще не покупайте. Оно вам надо? Реально, зачем тебе это надо? Брат, не надо подвергаться этому искушению и донатить. Забей. Барли, 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 Барли. Тут миллион-миллион скинов. И бам, бам, батя в здании. 79 гемов, такая прелесть. Тип, ну я не знаю, блин, кто когда-нибудь мне сказал, что мне понравится бирюзовый Барли? Я бы сказал, нет, никогда в жизни. Но да, он невероятно крутой. Просто офигеть, какой крутой. Посмотри на него. Ну что может быть круче? Какой вот скин был реально круче? Ну блин, Суперселл реально начали рисовать поярче. Вот раньше были какие-то унылые скины, а сейчас бах. И еще и анимация крутая. Просто пушка. 79 гемасов. 79 гемасов, и он твой. Я обязательно замучу конкурсы. Офигеть. А, блин, атака какая. По гаджету без изменений. Ульта. Готовы? Готовы? Я тоже готов. Да ладно! Жесть какая! Ну реально, это очень круто. Серьезно, посмотри, что он творит, боже мой! Я сейчас не преувеличиваю, я офигеваю от этого. Как так-то? Блин, а чё вы не спавнитесь? Офигеть, какой! Ну, ребят, я вот правда считаю, что Brawl Talk один из самых убогих. Но скины одни из самых топовых. Блин, посмотри на эту красоту. Офигеть, я не знаю, какой скин мне больше нравится теперь. Фиг знает, серьезно. Теперь мне очень сложно. Капец. Спраут, ты готов? И...
Просто разрыв. Изумрудный принц Спраут и рубиновый принц Спраут. Это просто жесть. Оба принца будут стоить 149 гемасов. Почему они их двое, я, если честно, до конца не понимаю. У них, наверное, одинаковая анимация, просто расцветочка другая. Ну, соответственно, рубиновый это, наверное... вот изумрудный у нас. Зеленый и рубиновый красный от цвета камня. Давайте посмотрим. Блин, ну классно. То есть это типа... Мне кажется, что это меч вот тот самый короля Артура. Только не в камень его загнали, а прям в бошку. Спрауту. Давай, какой вам больше нравится? Наверное, мне красный, да? Напиши в комментах, какой, зеленый или красный тебе? Блин, ну топово. Капец вообще. Я не знаю, лучшие скины. Просто лучшие скины, которые я вообще видел в игре. Я не знаю, не судите меня строго, пацаны. Ну, это реально слишком классно. Бросается он чем? А, мечами. И посмотри, что возникает после того, как он попадает. Куча мечей в зоне поражения. Ну-ка, если вы сейчас еще ульту переделали, я не знаю. Ну, за 149 гемов должны переделать, да? О май гад, бум, что? Ага, а там она у него, наверное, зеленая. То есть у того, наверное, зеленая. Давай чекнем. Смотри, берем изумрудного и погнали. И погнали. Давай глянем. Дыщ, быстренько ульту набиваем. Ну смотри, атака никак не поменялась. А вот здесь я очень сильно рассчитываю, что она зеленая будет, да? Да! Ну прикольно, очень продумано, очень красиво. Он похож, если честно, на какого-то инопланетянина больше, чем на какого-то рыцаря. Ну так, наверное, и есть. Типа инопланетянин приземлился, короче, где-то там в средневековье. И вот такой вот движ устроил, блин, прикольно. Давай вот здесь еще один. Шикарно. Ребят, мне кажется, разработчики что-то дорвались до вот этих одинаковых скинов в разной расцветке. Значит, у нас есть Вердозо Эль Дракон и Эль Дракон Розадо. Мне розовый больше нравится, потому что он просто жизнь какая-то. Вы понимаете, что это Эль Примо вообще? Вы понимаете, что это Эль Примо? Это Эль Примо, да. Чуваки, это Эль Примо, прикинь. Я вообще в офиге. Так, сколько он там стоит? Он 149 тоже гемасов. Дорого, реально дорого, но походу здесь все уникальное. Внешне вид, конечно, must have. Блин, естественно, вот пока что все скины, которые нам показывают, они мне объективно все больше нравятся, чем те, которые были до этого. Ну, по атаке, я так понимаю, ничего не изменилось. Или изменилось? А нет, лапка, да, такая, типа, как будто лапой он бьет. Да, мне все-таки, да, изменилось, ребят. И, а что нас ожидает ульта? Ну, за 149 гемасов... Ага, он летит реально как дракон. Он летит как дракон, пацаны. И еще вот этот огонь, короче, после того, как он приземляется, да? Или был огонь? Ну, он же по-любому наносит какой-то урон. Блин, ну крутяк, алло. Алло, гараж, смотри. А ну, попробуем на максимально дальнюю дистанцию. А ну-ка. Серьезно, это объективно лучшие скины. Что-то я перехвалил. Так, Пэм. Пэм, наверное, самый отстойный, наверное, скинчик будет у Пэм. Чекаем. Вот ее классический скин, да, и пляжный, и... Что вы творите со мной? Что? Это прям дракон с этих, с драконов. Ну, там, где Беззубик был. Как это? Как приручить дракона? Это же он, да? Реально, блин. Офигеть, посмотри на нее. Какой-то трэш лютый. Почему ты такая классная? Чувиха, почему ты такая балдежная? Я в шоке. Офигеть. Стоить Пэм будет... О, боже, что? Да нет, не может быть. Не может быть. Ребята, 300 гемов. Карл, что? 300 гемов. Блин, я не верю. 300 гемов за это. Что? 300 гемасов за скин. Да такого не было со времен, блин, ну, с начала игры, когда ввели скин ворона, которого, кстати, ремоделинг когда-нибудь произойдет. Офигеть! 300 гемасов, но она очень топовая! Ай-яй-яй-яй-яй, она очень топовая! Так, ну подожди, вот это тоже у тебя, наверное? Нет, кстати, гаджеты ленятся, 300 гемов Ну вы помните, какая обычная ПМ? И посмотри на это, я как будто в другую игру попал, в другая вселенная! Разрабы, дайте что-то говёненькое, пожалуйста, я что-то перехваливаю. Пожалуйста, что-нибудь отстойное. Хочу отстоя, ребят. Давайте следующий скин. Ну, блин, 300 гемов, тут, может ошибка. 299 гемасов, Карл. Чуваки, лайкосик и подписку на канал буду разыгрывать. Наверное, не один скин такой. Ну, просто посмотри на нее, она слишком шикарна. Это просто трэш. Кольт. Огромное количество скинчиков. Вот это мой, наверное, любимый.
Gunfighter. И что мы имеем? Мы имеем... Красавчик. Блин. Блинский блин, кольт с пином кольта, лол. Это, ну я понимаю, да, что это ваша мечта, я понимаю. Кстати, стоит он будет всего лишь 49 гемасов, поэтому вообще изи. Я так предполагаю, здесь не изменилась анимация стрельбы, здесь ничего особо не поменялось, давай глянем. Я не могу сказать, нет, ну он крутой, анимация здесь не изменилась, он крутой. Капец, я хоть один засру скин, пожалуйста, ну хоть что-нибудь засру, ну скажут, блин, купленное видео. Реально, слишком крутые скины. Кошмар, какие крутые скины все. Даже этот за 49 гемасов, боже, он невероятно крутой. Мне кажется, ну, если бы вот этому бы скину добавить уникальную ульту и уникальную стрельбу, и цены бы ему не было, вот правда. Ну, а так, конечно, вот по стрельбе есть другие, более, которые дорогие скины, и поэтому они так более, скажем так, трезвят, ну, когда уже все надоело. Ай, класс. Пайпер, когда-то эта девочка с зонтиком, у нее вообще, короче, не было скинов. А сейчас мой любимый, наверное, все-таки Калавера Пайпер остается по-прежнему. Вот это вообще не понимаю, зачем ввели романтическое Пайпер такое себе. Золотые, серебряные. Вы знаете мое отношение Пайпер-Чоко? Не знаю. И па-па-па-пам! Взрыв вообще мозга! Лунная Пайпер будет стоить 149 гемасов, а это значит, что у нее тоже какая-то очень крутая ультая атака. Давай посмотрим. Быстренько, как это выглядит, давай. Так, ага. То есть у нее, я не могу разглядеть, что это летит за... Ну, это летит такое желтенькое, а сначала из синего, да, в желтое. То есть градиент того, насколько далеко оно летит. Тоже, кстати, классная идея, да, потому что чем дальше, тем, ну, как бы, больше, понятно. Поэтому, бах, в конце самый эпик. И ульта же должна быть какая-то особенная, верно? Ой-ой-ой-ой, такие вот классные зайки. Шикардос. 149 гемасов, и она ваша? Так, серебряные и золотые скины появились для Бо, Гейла, Нани, Беа и Сэнди. Также у нас немножечко переработали Фрэнка и Пайпер. Давайте посмотрим по примеру Фрэнка Диджея. Как же все-таки это все дело изменилось. Давай глянем, что тут и как. А, это реально очень круто. Это, блин, это лучше, чем новый скин. Слушайте, у вас есть такой скин? Боже, это же невероятно офигенно. Серьезно, и ульта, что ли, тоже? А ну давай. Бам, батя в здании, очень круто. Обычный Фрэнк. А подожди, бам, прикольно, намного круче. То есть это обычный Фрэнк, вот так вот будет делать. И у вас тоже. Бах, блин, крутяк. Раньше было хуже, реально. Ну и Пайпер Калавера, мой любимый скинчик. Давай посмотрим, что изменилось у нее. Все-таки скин топовый, а анимация здесь вроде тоже была неплохая. Или я что-то не помню. А-а-а, вот такая же фишка, короче, что пулька будет менять цвет в зависимости от дальности. Это очень гениальная идея. И по ульте вот такие вот цветочки появились. Прикольно. Ребятки, раньше в сникпиках никогда не показывал пины, но, как понимаете, с недавних пор стал их фанатами, поэтому новые анимированные пины для Сквика, например. Вот такой вот пацанчик, вот так вот. Блин, прикольненько. Такие симпатюшки. И самый, наверное, топовый Сквика вот такой вот. Мегабокс Дэрил! Блин, капец, посмотри на него. Просто глянь на него. Че, легендарный теперь получается? Решил. А не, мы его, наверное, можем достать на Brawl Pass. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где взять, вот его взять, Мегабокс Дэрила. Это типа на Brawl Pass? Или что? Я нуб. Объясните нубу. Так, на база. Ой-ой-ой. Ну да, это на Brawl Pass. Вот эти точно на Brawl Pass. А вот по поводу Дэрила я что-то как-то не уверен. Гри! А ну-ка глянем. Опа-па-па-па. Ребятки, на этой прекрасной ноте прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если вы не подписались. Завтра будет просто взрыв мозга вообще, что будет завтра, поэтому точно не пропусти, подпишись, обязательно прожми лайк, введи код Аурум в магазине, всех очень люблю, обнимаю, и напишите, пожалуйста, в комментариях, какие сникпики вам нравятся больше, как раньше я записывал, или вот такой лайфстайл, когда я просто пробегаю, все вам рассказываю на ходу, ничего не выдумываю, не пишу, без сценариев и так далее. Ну и, капец, ждем новые скины. Будет много-много конкурсов, пацаны. Всех обнял.